почему в СМИ та же самая Анастасия Латыпова называет березовую рощу лесопосадкой? Ведь большая часть леса естественного происхождения. Сами разработчики относят его к ядру природного каркаса города. Почему вы намеренно вводите в заблуждение горожан, говоря, что дорога пройдет между ней и Нагорным, в то время как для нее нет там места, потому что сразу за Дубровкой начинается лес. И при строительстве дороги под Вырку пройдет до 10 гектар этого леса. Вы упорно не признаете этот факт и даже не сделали никаких предварительных расчетов, да, все время увиливая от ответа. Мало того, в новости на официальном сайте мэрии госпожа Латыпова говорит о улице Поперечной, которая якобы есть между лесом и Нагорным. Да, вот жители Нагорного, вы знаете такую улицу? Улицу Поперечную? Нет ее такой. Я считаю, что такие заявления — это вообще повод обращения в прокуратуру, ведь они формируют у общественности ложные представления о реальной ситуации. Также знаете ли вы о том, что высаженная часть березовой рощи, которую вы цинично называете лесопосадкой, это лес Победы, который высаживался по окончании Великой Отечественной войны вернувшимся с нее фронтовиками. Получается, все эти высокие слова о патриотизме, уважении к ветеранам, которые вы, чиновники, раз в году произносите с высоких трибун, на самом деле ничего не стоят? Правильно. Следующий вопрос. Знаете ли вы, что в нашем районе находится так называемое карстовое гнездо, и здесь зона первой категории карстовой опасности? Может быть, неспроста его не трогали, что в советское время, что почти 30 лет новейшей истории, не размещая здесь ни застройку, ни дороги? Проводились ли в рамках разработки проекта нового генплана какие-либо геологические исследования на отдельной территории? Мы уверены, что нет. Однозначно. Однозначно нет. Далее, почему вы в СМИ вы вводите в заблуждение относительно проезда 51, того самого, который с тремя вариантами, говоря о том, что понизили его категории до улицы районного значения, но умалчивая, что это магистральная улица, а значит предлагает до 4 полос движения. И при разработке детального проекта планировки уже после генплана может повлечь за собой изъятие у граждан их земельных участков, так как существующих коридоров просто не хватит, это все понимают, и вырубку еще большего количества деревьев. Также районная администрация распространяет агитки, в которых цинично призывает жителей позаботиться о будущем. Да, вот господин глава района призывает нас позаботиться о будущем. А почему он видит наше будущее в застройке района магистралями и пускании под топор природных территорий вместо их сохранения? Почему вообще у районной администрации находится ресурс на такую агитацию, а на то, чтобы нормально, также адресно, да, в каждый дом проинформировать людей как о проекте генплана, так и об обсуждениях? Кто до того, как начали проводиться вот эти вот митинги, собрания, знал, да, об этом генплане? Да вообще мало людей знали об этом. Мало того, создаются препятствия для активистов, которые проводят разъяснительную работу. Например, в Нагорном мы открыли информационный пункт для помощи своим соседям, да, а по требованию под давлением администрации его пришлось закрыть. Проводилась ли комплексная экологическая оценка последствий реализации проектных решений генплана, как того требуют градостроительные СНИПы? В своих интервью вы признали, что проработкой природного каркаса занимались сами проектанты, то есть местные экологи якобы отказались в этом участвовать. То есть этим занимались, по сути, непрофильные специалисты. При каком качестве может идти речь? Казанские экологи уже давно бьют набат. Они уже разнесли этот генплан в пух и прах с точки зрения экологических последствий. Может быть, они просто не стали участвовать в этом безобразии, потому что все решения уже были приняты до них. А как писали москвичи, мы уже знаем, они даже на место не выезжали. У вас даже нет примерных расчетов того, какая площадь лесных массивов может пострадать от строительства через них дорог, не говоря уже на влияние на животный мир, уж тем более на здоровье нас, жителей этих районов. Почему исполком упорно отказывается признавать факт включения в генплан проектов планировок восточной дуги компании АСГ, которые формально, по их словам, не утверждены, в то время как даже сами разработчики это признают? А вы говорите, что нет. Также, почему генплан закладывает рост автомобилизации и никак не сдерживает темпы ее роста? Ведь в развитом мире уже давно известно про опасность потакания автомобилизации и неэффективность решения проблемы пробок тупым строительством новых дорог. Бороться надо не с самими пробками, а с их причиной, маятниковой миграцией, неравномерным распределением рабочих мест и так далее. Сам генплан декларирует концепцию компактного города и якобы снижает миграцию между районами, однако закладывает увеличение суммарного количества поездок на одного человека в год. Получается, что мировой опыт у нас совершенно не учитывается, и мы по-прежнему идем вперед под лозунгами середины прошлого века «даешь больше дорог», и при этом губим свои немногие природные территории, что немыслимо для тех же развитых стран. Также, почему новый генплан не соответствует ни концепции действующего генплана, ни утвержденной в 2015 году комплексной схеме организации дорожного движения, на которую на минуточку было потрачено около 20 миллионов рублей наших бюджетных денег? Ни кольца вот этого, да, ни дороги вдоль Липатова в этой концепции не было предусмотрено. Что так кардинально изменилось в городе буквально за год-два, чтобы вот так спокойно выбрасывать на помойку ранее проделанную работу? И последний вопрос. Вот ввиду отсутствия такой преемственности, как жителям нам планировать свою жизнь, если власти постоянно мечутся между разными концепциями, постоянно меняют свои решения, а потом придумывают различные оправдания, из которых следует, что они ни в чем не виноваты и ни за что не отвечают? Почему мы должны верить вашим обещаниям, если вы не выполняете свои предыдущие обещания? Все, спасибо. Веры нет администрации!